Конечно, но у меня же не проводится экспертиза, я же не обязан если представить. Если лицо присутствующее указывается. Я должна вас указать в экспертизе. На детальном листе указывается лица присутствующие при производстве. А, вот так, да? Да. Пожалуйста, без вопросов. Укажите, конечно. Если так, да. Камардинович. Это к зазнавателю, наверное. Камардинович. С.Э. В трех местах. Это мне зазнаватель дал. Я понимаю вопрос. Это ошибка. Я думаю, это не серьезная ошибка, потому что техническая ошибка. Это не техническая. Ну я же вам паспорт сейчас покажу. Паспорт же есть, установлена личность. Три раза. Номер паспорта какой там стоит? Тут не указан такой номер паспорта. Здесь ваша фамилия. А год рождения есть? Ну подождите, давайте посмотрим. Посмотрите. Давайте. Год рождения есть тут? Есть год рождения. И чем мне помогает год рождения? Имеется ли у Камардинова Салават? Салат Рамильевич. Ну да, она ошиблась просто. Ну, это Камардину. Постановление должно соответствовать. У меня вопрос задан очень другого человека. Да нет, год рождения, правильно, техническая же ошибка. Я не говорю, что вы не вы. Я говорю, что вопрос задан в отношении другого человека. Ну так и ответьте, значит. Смотрите, рассмотрение материала, коэпция есть. Как у него тогда это постановление оказалось? Другой человек передал? Ну, ошибка да, должна может, быть устранена. Ну вчера ночью это все писалось. Ну, Камардинов все правильно. Вот здесь все правильно. Имеется ли у Камардинова? Он просто не успеет. Если сейчас устранить ошибку, он не успеет. Он из Казани. Ну, он, я уезжаю. Он не успеет. Он уезжает. Он не успеет. Завтра я уезжаю. Отказываю. Так, а вы можете отказать там официально, да? Официально отказ. Отказ не пишется на момент в регистрации. Подожди, вы сейчас сами просто придумываете, что это. Подожди, ну отпишите отказ ему. Пишите отказ. Как мы должны зафиксировать, что надо исправить? Должна быть. Вы вам отказано. Подождите. Да подождите. Пойдемте к методу. Да, пойдемте, да. Да, что-то непонятно. Да. Просто нам же нужен какой-то документ. Вдруг мы будем обжаловать его в дальнейшем. А то как незаконно получается. Вдруг вы не правы. То есть нельзя было отказывать. Так. Да. Я завтра уезжаю. Три разных фамилии указаны. В обстоятельствах, в вопросах и в того, кто мне предоставляется. Ну, одна есть правильная фамилия? Есть. Из трех. Из трех. Если одна есть правильная фамилия. А, как мне вопрос? Год рождения совпадает. Камардинович. Представлен Камардинович. Ну по паспорту же Камардинов. Ну что вы? В самом-то деле. Напишите, что техническая ошибка. Ну что за ерунда? Год рождения совпадает, все совпадает. Камардинов без Т. Камардинович. Вот здесь, на правильно, по паспорту он есть Камардин, а техническая ошибка. Ну конечно, мы про это и говорим. Что? Ну а как их указать? Напишите техническая ошибка. Техническая ошибка указать в постановлении. Конечно. Это ж тем более в рамках проверки, это не уголовное дело. Конечно, чего. Если хоть один раз правильно. Видите? Будем тогда с технической ошибкой отправить. А вы уже хотели нас отправить сразу. Вы учитесь. Вот для этого съемка нужна. А то сейчас отправили и все. Да, и мы бы не доказали бы ничего. Проходите. О, спасибо. Дайте и не выражайтесь, пожалуйста. Да, подожди. Я очень с вами вежливо говорю. Да я... А, ну, видите, он раздражен. Человек, лицо горит. Не надо раздражаться. А вы тут еще тянете. Обязательно. Затягивайте что-то. Так, ладно. А дальше сяду отсюда. Ничего не попало никуда. Вот так. Пожалуйста, а я верну. Я нет, верну. Сейчас поставьте, он там должен стоять. Да я верну. Не переживайте. Ну зачем вот мы сейчас вот привлекаемся? Ну вы здесь сидели. Ну я верну. Я вам слово не сказала. Поставьте, пожалуйста. Послушайте, я верну стул. Ну можно его сейчас поставить? Зачем сейчас? Он кто-то на нем сидит, он кроме меня. Он должен стоять. Я же вам слово не сказала, когда вы здесь сидели. Послушайте, мне здесь удобно сидеть. Вот здесь. Я здесь посижу, хорошо? Я поставлю стульчик обратно, не переживайте. Когда уйду, я все верну. Мне он не нужен. Что же так агрессивно-то на граждан-то реагируете, а?
Ну, как будто мы вам зла желаем. Как будто мы вам зла желаем какого-то. Да я не могу ваше намерение знать. Да не желаем мы вам зла. Наоборот, добра желаем. Ага. Производство экспертизы. Так. Я не обязан получить у вас согласие на производство экспертизы. Экспертиза. В ходе проведения экспертизы я обязан ознакомиться с обстоятельствами произошедшего. Произошедшее то, что являлось основанием для выдачи вам постановления медицинской экспертизы. С вашего согласия будет проведена фотосъемка имеющихся телесных повреждений или статуса. Измерено и описано имеющиеся наружные телесные повреждения. Хорошо. Вот форма указана. Число указано верно. Так, ну там все написано. Да. Что писать именно? Вот, прям полностью. Вот это вот да, переписывать да, и все. Да. Нам только для своего повода. Там, для о, нет, это сегодня 14-й, да? Да. Это 11-й 2020. Просто сыр, да? Как? Так, это ставится у нас. Что с вами не произошло? Экспертиза. Скажите, какое число произошло? Вчера произошло 18... Число. 13-го. 16.45. 16.45. 16.45, да? Да, я его представитель, поэтому я вам подсказываю. 16.45. Тут хотя бы тут потерпевший. Да 16.45, да зачем? Нормально, все. Там просто. Где? Улица, помещение. Какая? Электротехническая? На улице или в помещении? А, на улице. На улице. У какого дома или строения? Электротехническая? Электросигнальная 2. А, электросигнальная 2. Дом 2 по улице электросигнальная. Да. Около. Да. Известно, неизвестно? Неизвестно. Неизвестно лицо. Одно, несколько? Один. Да, один человек. Угу. Мужчина, женщина? Мужчина. Мужчина. Что произошло? Именно только воздействие. То есть нанес удар. Стрелял из предмета, похожего на пистолет, два раза выстрелил меня. В вашем направлении? Да, да. Так. Где-то так примерно. Я просто. Ну, плюс-минус. Попал? Попал, да. Куда? В руку и в лицо. Что было на руке, на лице, после? Я это скорую помощь вызывал? Не-не-не, просто в момент, там был снаряд или жидкость. А, красная полностью это жидкость. Горело, да. Жидкость. И лицо горело. Я, два раза. Да. В кафе пошел, и в кафе потом холодной водой смывался. Так, другие воздействия были? Удары? Нет, больше ничего. Ничего, то есть нет. Только вот это вот? Да, химическое такое. Ну, жидкостью, то есть жидкостью получается. Выстрел уже. Да. Ну, уже, да. За медицинской помощью обращались? Да. Куда? Отвезли в глазную, сделали кто, там. Кто? Скорую помощь. Скорую помощь сначала обратился. То есть вы вызвали скорую помощь, они вас транспортировали в глазную. Да, вот. Как у вас? Ну вот, да. Офтальмологическую, 905 год, 22. Вокоп? Ну, я. Областная офтальмологическая. Да, вокруг. Он просто не отсюда. Так, ну это там не нужно, да? Нет. Это запросит, участковый принесет. Там вас врач осматривал? Да. Вокруг. Да.
что сказали? Отсмотрели, оставили на лечение или вы отказались от госпитализации? Нет, просто вот она выписала вот эту... Нет, рекомендации были какие-то, да? Ну да. Капли. И все. В поликлинику? В поликлинику нет. Ну, то есть никуда не, не ложиться никуда не сказали, просто принимать капли. И все. Да. Сейчас какие же вопросы? Ну, глаза щиплет до сих пор. Если слезиться начинают, то щиплет. Ну, в каком момент слезаться? Слезотечение когда отмечаете? Когда влага. Влага. Ну, вот, например, вот... Как моргаете. Да, моргать начинают, чуть-чуть влага выделяется, чуть-чуть этот... И сразу жжение. Да. Еще. Все. Ну, рука, кожа, рука кожа прошла как... Вокруг глаз кожа, куда попала жидкость. Ну, полностью лицо. Жжет. Ну да, если я сейчас намочу, она будет этот как. То есть так же при... Да. Ну, пока да. Рука? Рука тоже, ну, такое, легкое такое, как сказать. Жжение. Да, легкое жжение осталось. То есть сейчас все прошло. Сознание не теряли? Хоть нет. Все. Да сними для удобства. Сейчас. Так. Глаза пошире раскрутишь. Смотрите, в ту сторону. Так же глаза раскрутить, вот туда смотри. А теперь сюда. Не зажигайте, просто закройте. Откройте. Белочная оболочка правого глаза больше у наружного его угла инъецирована. Белочная оболочка левого глаза инъецирована больше у внутреннего его угла. Конъюнктивальная оболочка также гипернирована и инъецирована. Так, вот так, куда попал? Ну, вот. Так что? Да.
сюда не попадал? Нет, сюда не попадал. Все. Лицо, рука. Ну я вот так прикрыл рукой, и вот мне, ну то есть один раз удалось прикрыть, а второй полностью попал. Да. Все хорошо. Все, да? Все. А как с вами словами, что есть какое-то что-то покраснение, еще что-то? Нет, то есть вот эта экспертиза вы узнаете. Да, да. Все, нельзя, все, не имеет права. Все хорошо. Так, следующий Серега сейчас, да? Ага, да. Сейчас. Он сразу зайдет или вы пригласите? Понял. Так, Сергей заходит. Будет судебно-медицинская экспертиза. Так, Сергей, доверяешь мне свою врачебную тайну? Да, конечно, все полностью. Все, что сейчас происходит, доверяешь, да? Конечно. Тем более, я же сам попросил снимать все действия, которые будут со мной происходить. Все. Произведено фотографирование, имеющееся наружное телесное повреждение или статуса. А вы мне дайте свое. На ответ. Да, хорошо. Хорошо. Повреждение статуса. Это постановление, которое как пришли в оборот, где вот эта надпись. Вот отсюда. Да, да. Все переписано. Да. Число там указывание, подпись, фамилия, инициалы можно кратко. Какое число произошло? Вчера? 13-го. Время? Где-то 16:40, 16:50. Известно, неизвестно? Неизвестно. На улице, в помещении? На улице. У какого дома или строения? Улица, улица. Какая улица? Электросигнальный 2. Электросигнальный 2. У дома 2, по улице электросигнальный 2. Неизвестно? Известно, неизвестно. Неизвестно. Один, несколько. Один. Мужчина. 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 Что делать? Какие действия? Удары. Ну, сначала подошел, толкнул, потом выстрелил чем-то. Толчок куда чем? Толчок в грудь. Локтем, примерно, я упал. И потом я начал. Локтем, так. Вот так. Сергей. Там по видео. Вот так, боком. Боком? Угу. Плечом? Ну, рукой, плечом, да. Толкнул в грудь. Да. Упали? Упал. Как? На спину. На спину.
после этого? Начал вставать, услышал выстрел, почувствовал на лице непонятное вещество. Один услышал? Сначала один. Угу. Почувствовал непонятное вещество, угу. Поднялся. Ну, после чего еще услышал выстрелы. Угу. И потом лицо жгло, ничего не видно было, очки были тоже залиты этой жидкостью. И потом почувствовал, услышал выстрел, почувствовал еще одно попадание тоже на лицо. Только на лицо? В руки, шею? Ну, вот все, как вот все открыто. Ну, в основном лицо было. В ходе этих событий сознание не теряли? Нет. Не теряли. За медпомощью куда обращались? Я знаю, как она. Сначала в скорую? Скорую, да, сначала скорую вызвали. Так, да, приехали. И они вас куда доставили? Офтальмологическая областная больница. 1905 год, 22. Так, вас там осмотрели? Осмотрели, оказали помощь. Так, рекомендации были там? По дальнейшему лечению на амбулаторном. Да. Офтальмогу капли. Два вида капли. Так. А в поликлинику рекомендовано было обращаться? Нет, то есть только лечение. Да, только лечение. Да. Так, сейчас, вот на сегодняшний момент, прямо сейчас, какие жалобы остались? Сейчас сушит кожу в лице. Продолжается неприятное ощущение. Неприятное ощущение конкретизировать. Ну, чешется, жжет, чешется, боль. Периодически чешется, попадает влага, жжение начинается. Угу. Ну и как руками я схватился. И вот на руках сейчас именно болевые ощущения молодые. Когда стирали это? Да, вещество? Когда это вещество стирал, на руках второй день именно болевые ощущения. На свет смотрите. Да ну сейчас уже. Не испытывайте болезнь. Да нет, сейчас. А светотечение от света, ветра? Ну, у меня светотечение, оно само по себе от ветра, из-за зрения. Угу. Смотрите сейчас максимально туда. А теперь в другую сторону так же. Красная вода. Нижние веки вот так вот вылезут. Сейчас пока очки не одевайте. Больше у внутреннего его угла. Склера. Импермирован. Инъецирован. Конъюнктивальная оболочка.
спирулированы. Белочная оболочка левая. Инъецирована. В равной степени у наружного и внутреннего углов. У наружного и внутреннего углов. Конъюнктивы интернированы. Кисть левая, ладонная поверхность, в области ногтевых фаланг первого-пятого пальцев отмечается гиперемия. Так, точка. А кисть правая, ладонная. Первого-пятого пальцев. Также отмечается гиперемия. Так, один сантиметр места тоже было. Как-то вот отсюда ты горит больше, и отечность легко не пойму там. Здесь напьет краснота. А тут больше будет. Это здесь не так, вот это вот. Да. Потому что, получается, попал еще и на рукав как-то, и вот рукавом здесь. Кисть левая, подобная поверхность, в проекции пятой пястки. В скобочку указать ближе к лучезапястному суставу. Отмечается гиперемия, когда проводишь все равно такие ощущения. Ну, здесь четыре, не болезнь. Здесь болезнь. Именно болезнь, да? И да, на руках именно болезнь. Отмечается болезненность выше указанных областей при пальпации и кончик пальцев пятого. Да? Все, вы можете выбрать, вы написали статус. До свидания. Спасибо, до свидания. Вот и все. Ну что, претензии есть к врачам, Салават? Ну какие претензии?
не знаю, просто... Сначала вот... были, а потом... Да, да. Сейчас то есть нет. Он, ну, практически он обманывал, я так думаю. Я думаю, да. Он вводил заблуждение, да. Скорее всего. И это неправильно вообще. Претензии есть, Сергей? Ну, у меня все было тихо, мирно, по делу. По закону. Все по закону, четко. Здоров. Все, ждем результатов тогда. Да, ждем результатов, все. Протоптали тебя уже. Оленой дорожкой уже проехал. До свидания.